Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Adelin от производителя Maitone. В коллекции предлагается три модели люстр. Есть она вот такая на 3 лампы, еще на 5 и на 8 ламп, а также есть коллекции бра на 1 лампу. Это припотолочная люстра, основание у нее металл, часть его будет в цвете хром, а часть в бронзе. Производитель объединил два этих цвета в этом изделии. Плафон из стекла. Одна половина его будет прозрачная с узором, вторая половина матовая. Сделано это методом пескоструйки. Плафон в разрезе, если смотреть на него с торца, допустим, снизу вверх, он напоминает форму треугольника с закругленными углами. Патрон здесь Е14 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочек в комплекте не будет, они приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, которые выдают около 50 Вт каждая. Можем ее включить. Свет получается рассеянный, поток света будет практически без потерь. Светит она довольно ярко. Подойдет такая люстра для комнаты площадью около 10 квадратных метров. По высоте она компактная, отступает от потолка всего лишь на 22 сантиметра. Крепится с помощью монтажной планки. Диаметр потолочного основания будет 11 сантиметров, а длина самой планки 10 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!